Форум «Азия-Европа» надеется на более активное участие Казахстана в этой организации. Об этом на саммите министров образования АСЕМ в Сеуле сообщили организаторы мероприятия. Двухдневный форум завершился принятием Сеульской декларации. В документе представлены принципы сотрудничества по вопросам использования новых технологий и современных подходов в образовании. На сеульской встрече главы министерств обсудили перспективы развития образования в странах-участницах форума «Азия-Европа». Сегодня в эту организацию входит 51 государство. Казахстан является членом АСЕМ с 2014 года. В этой организации Казахстан играет важную роль, так как находится между Азией и Европой и является неким мостом. Поэтому считаю, что участие стран Центральной Азии, особенно Казахстана, является важным для нас. Такие форумы полезны тем, что здесь проходят двусторонние переговоры министров образования, а принятая нами Сеульская декларация намного упростит обмен студентов между Казахстаном и странами Европы и Азии.